Полицейские рассказали об истории работы полиции и милиции в разные времена, о том, какую важную роль в охране общественного порядка они выполняют. Это мероприятие дало старт ежегодной акции «Неделя мужества», которую проводят в отделе полиции города. Она будет продолжаться до 23 февраля. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. В рамках акции проводятся встречи с учащейся молодежью, выступления перед ними сотрудников милиции, ветеранов органов внутренних дел. Патриотическое воспитание по сравнению с существовавшим в Советском Союзе в определенный период времени пришло в упадок или отошло на второй план. Сегодняшнее событие в мире, состояние страны показывает, что патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть государственной политики.